Начнем с ДТП на одном из самых проблемных перекрестков города. Это угол Ленина и Современной. Столкнулись две легковушки, пострадали три человека. В рубрике «Обзор аварии» свежая подборка дорожных происшествий. Авария произошла 5 августа вечером возле дома 205 по улице Ленина. 49-летний водитель Логана не вовремя повернул налево. По предварительным данным, 49-летний водитель автомобиля Renault Logan на регулируемом перекрестке при повороте налево совершил столкновение со встречным автомобилем Lada Priora под управлением 27-летнего водителя. В результате происшествия водитель и 22-летняя девушка-пассажир автомобиля Renault Logan, а также 24-летняя девушка-пассажир автомобиля Lada Priora получили травмы. Однако госпитализация им не потребовалась. Еще два встречных автомобиля столкнулись на Комсомольской площади. По предварительным данным, 20-летний водитель Kia Rio на перекрестке повернул налево и не пропустил «Жигули» четвертой модели. От удара травмы получила 20-летняя пассажирка иномарки. Во дворе дома 56 по улице Попова тяжелые травмы получила 10-летняя девочка. По предварительным данным, 29-летняя девушка-водитель Deo Matiz сбила юную велосипедистку. Пострадавшую госпитализировали. В Кирово-Чепецке сбили еще одного ребенка на велосипеде. По предварительным данным, на улице Мира водитель «девятки» выехал с прилегающей территории и наехал на 13-летнего мальчика. Пострадавшему медики оказали помощь. ДТП с участием трех попутных автомобилей произошло в Уричевском районе на дороге Адышево-Нижнеевкино. По предварительным данным, водитель «Ларгуса» пошел на обгон и создал помеху попутному транзиту. После этого фургон врезался в попутный «Ауди Q5», и обе иномарки оказались в кювете, а их водители травмировались. По информации ГИБДД, госпитализация пострадавшим не потребовалась. Сергей Пичугин, место происшествия.